Добрый вечер. Мы начинаем наш концерт на сцене Московский Вайлин Джаз Квартет. Сегодня у нас вечер скрипичного джаза. Будет принимать участие коллега из Санкт-Петербурга Алексей Баев. То есть здесь будет представлен будет московский джаз и питерский джаз. Будет сегодня фьюжн, будет сегодня разные стили, мейнстрим, манош, ну и фьюжн с использованием электроники и разных вспомогательных электронных средств. Итак, мы начинаем. Первая композиция называется «Перпетум мобили». Thank you.
перпетум мобиле. Теперь мы приглашаем на сцену Алексея Баева. Санкт-Петербург. С Алексеем Баевым мы вместе учились в школе. Мало того, одного педагога. Но то, что мы сейчас будем изображать на сцене, этому нас педагог не учил. Этому мы научились сами, скажем так, жизнь научила. Итак, Алексей Баев, Санкт-Петербург. Сейчас мы будем исполнять концерт Иоганна Себастьяна Баха для двух скрипок. Ре минор. Thank you.
Алексей Валин. Сейчас мы сыграем нашу композицию, которая называется «Дождь». А сейчас композиция называется «Крокодил».
спасибо. Это был «Крокодил». Сейчас я приглашаю Алексея Баева. У нас сегодня скрипичный фьюжн. Сейчас мы сыграем классику скрипичного джаза, джазовый стандарт Джанго Рейнхарда, который называется «Свинг Жетан». Thank you.
Алексей Байер. Санкт-Петербург. Сейчас мы возвращаемся от классики к тяжелому, даже это фьюжн или рок называется. Следующая композиция посвящается метрополитену московскому. Те, кто ездит на метро, не на машину, вот. Все помнят, как это происходит в трафик, в пробке, не в пробке, а когда много народу, когда час пик. Итак, московский метрополитен. Thank you.
Вот так. Сейчас мы сыграем композицию контрастную. Это будет фантазия на прелюдию Иоганна Себастьяна Баха из второго тома Хэтэкэн. Thank you.
Итак, я снова вызываю Алексея Баева. Сейчас мы исполним прелюд из би-мажорной партии Иоганна Себастьяна Баха. Thank you.
Спасибо. Итак, у нас перерыв. Хочу представить еще раз. Алексей Баев, Санкт-Петербург. Алексей Наджаров, Петр Кололай и Павел Прокимов. Денис Шумкин. У нас небольшой 10-15 минутный перерыв. Итак, мы начинаем второе отделение. Во втором отделении у нас продолжается фьюжн, стилистический фьюжн будет, так как мы скрипичный фьюжн, поэтому будет Никола Паганини. И будет исполнено два каприза. Итак, первый каприз номер 5. Thank you.
Это была «Тень Паганини». Так как здесь не совсем джазовый клуб, а все-таки, ну как бы, где разные напитки, разные горячие подают, мы сейчас на сцене прямо здесь сварим макароны. Называется следующая композиция «Спагетти блюз». Сейчас будем варить прямо здесь вот на сцене, на этой макароны. Алексея Баева я прошу присоединиться к нашей варке макарон.
Спасибо. Теперь мы сыграем 24-й каприз Паганини.
Спасибо, это был 24-й каприз Паганини, точнее говоря, фантазия на него. А теперь Алексей Баев. Мы сыграем русскую народную композицию под названием «Русская кадриль». Вообще, это зарисовка из нашей программы «Русские истории». Она изображает как бы диалог дамы и кавалера. В данном случае просто будет диалог двух людей. Спор, или как это назвать. Итак, «Русская кадриль». Thank you.
Спасибо. Сегодня очень интересный день. Сегодня 21 октября 2015 года. Если кто знает и кто смотрел фильм «Назад в будущее», это как раз тот день, куда прилетел Марти Макфлай. И, видимо, он уже прилетел. И в честь его прилета мы сыграем самое современное, что у нас есть, и очень интересная композиция, называется «Старый телевизор». Итак, «Старый телевизор». Хочу добавить, что это изображение сломанного телевизора «Горизонт» черно-белого. И мы сейчас попытаемся изобразить его работу, как это было в 80-х годах, в 70-х годах. Итак, черно-белый телевизор «Горизонт». Thank you.
Спасибо. Это посвящалось Марти Макфлою. Сейчас мы сыграем нашу композицию, которая называется «Капли росы».
Спасибо, Алексей Наджаров. Итак, Алексей Баев приглашается на сцену. Не люблю слово «завершение», но в завершении прозвучит известный джазовый стандарт «Свит Джорджа Брауна». Thank you.
Алексей Баев. Алексей Наджаров. Петр Толовой. И Павел Прокинов. Дорогие друзья, наш концерт закончен. Если кому-то интересно наше творчество и наше выступление, это все можно увидеть на сайте violinjazz.ru. Так что будем рады вас видеть на наших концертах. Вот так вот. Всего вам доброго. Спасибо.